Грядут изменения. С 1 января 2021 года отменяется единый налог на вмененный доход. Поэтому сейчас горожанам необходимо перейти на другие режимы, иначе автоматически их переведут на общую систему налогообложения. Распространяются новшества на всех налогоплательщиков, применяемых вмененный налог независимо от места и вида деятельности. Выбрать можно из нескольких вариантов. Более у нас пользуется популярностью упрощенная система налогообложения. Она применяется как для индивидуальных предпринимателей, так и юридическими лицами. Отчетность сдается один раз в год по упрощенной системе налогообложения. Ставка применяется 6% и 15%, то есть в зависимости здесь плательщик должен выбрать объект учета – доходы, либо доход минус расход. Еще один вариант – это единый сельскохозяйственный налог. Воспользоваться им могут те, кто в течение года имеют доход от этого вида деятельности не менее 70%. Отчетность предоставляется один раз в год, ставка 6%. Можно выбрать и патентную систему налогообложения, но только индивидуальным предпринимателям. И последний режим – это налог на профессиональный доход, другими словами, самозанятые. Это касается физических лиц и индивидуальных предпринимателей. В данном случае постановка на учет происходит в автоматическом режиме с помощью веб-кабинета «Мой налог», либо мобильного приложения «Мой налог». Отправляется заявление в налоговый орган, все это в автоматическом режиме. Уведомление о переходе на выбранный режим необходимо предоставить до 31 декабря этого года. Заявление можно принести лично в инспекцию, либо отправить по электронной почте.